Життя святих святителя Дмитрия Руставского. Месяц апрелі. Осмий день. В той же день життя преподобного отца нашего Нифонта епископа Новгородского. redfilibrivox.org. Блажений Нифонт в одній ігумена Тимотея без черноризець Святаго Печерського монастиря і рівнуваше попри много життів великих преподобних отець, труждаясь богоугодно молитвою, бденням, постом і всякими добродетельними нрави. И даже блаженный Иоанн епископ Новгородский волей устави свой престол, на нем же 20 лет потрушся, приспевши изнеможению в ниде на безмолвии в монастырь, тогда блаженный сей Нифон сияя и в далекие страны многих добродетелей своих лучами, изволением Божиим избран быст от всех согласно на престол епископский Новограду, и освящен в Киеве преосвященным митрополитом Михаилом, того имени вторым. И так он на престол свой восшед, аки светилник поставлен сей на свещнице, много паче светлее великою ревностью о благочинном строении православия просия. Прилежа зело умножению славы Божия и блюдению живота временного же и вечного словесних овец. Ибо прежде всего умножая славу Божию, чтанием своим церковь каменную Пресвятые Богородицы посреденного града заложи и Божиею помощью в малом времени сооружи. Церковь же престольную святые Софии, в том граде иконным писанием всю украси даже до притвора, и оловом верх всея покры. Та же блюдей верну живота словесних овец первое временного, обреташеся пастирь сей добрый в добродетели сицевой. А ще когда совокупляхуся православней на междуусобную брань, он всяк отшташеся примирить их. Сице услыша единую стоящих противу себе киевлян, и черниговцов со множеством воев, хотящих бран сотворить ей, им же абия поем с собою вельможи Новограда, прийде к ополчившимся и Богу судействую, что смири их. Так уж да и в прочих браных благословляше люди Господни миром, соблюдая временный их живот. Но наипаче печашеся облюдений вечного овец словесних живота. Насие же воспоминаше словеса Господня глаголанные о Бозе Отце. Вем рече, яку заповед Его живот вечни есть. И того ради всею силою завещаваше православним не удалятися от заповедей Господних и от правильних преданий Церкви Его, да не удаляться от вечного живота. Удаляющихся же и творящих законопреступления зело ненавидяще, проповедуя яве, яку погибоше за беззаконие свое. Настоя благовременно и безвременно, обличая, запрещая и моля со всяким долготерпением, як уже апостол повеле. Извести сию ревност пастиря доброго вещь прежде иных сицева, изгнавшим в одни сего блаженного новгородцем князя своего Всеволода Мстиславича, прийде к ним на княжение призван сый Святослав Ольгович, и уженися с нею же по правильному преданию небе достойно. Тогда блаженний сей архиерей не токмо венчати того не восхоте, но всему клиру своему запрети видите его венчание аки беззаконного, когда венчася от иереев, пришедших с ним. И обличаше князя дерзновенно о законопреступлении его, ревнуя рекшему псаломски, глаголах о сведениях твоих пред цари и не стыдяхся. Обаче ревност цицева ще и велика бе, но не малейшее приспе, и уже мужественный сей ревнитель показа и взимая от правильного преступления самую российскую церковь, и же бе из цице. Достиже блаженная кончина преосвященного митрополита Киевского Михаила, не оного первого, давно представлявшего сину после жденагу, того от него же сей святый епископ Нифонт освящение прия. Великий же князь Киевский Изяслав Мстиславич избрав место его на престол архиерейский митрополии Киевския Клима Философа, черноризца уже в схеме суштего, и восхоте освященно ему быть и не посылая за неким препятствием по благословению до святейшего патриаршего Константинопольского престола. Соображено сие собор епископов российские земли, от них же снедошеся сии, Онуфрий Черниговский, Теодор Белогородский, Евтимий Переяславский, Дамиан Юрьевский, Теодор Владимирский, святый сей Нифонт Новгородский, Мануил Смоленский, Йоаким Туровский, Косма Полоцкий. На том убо соборе сей святый Нифонт епископ Новгородский никак уже изволяше да сами епископы русистии дерзнут освящать себе митрополита, кроме благословения Вселенского патриарха Константиня Града. Исповедаше бодостоверно и твердо,
Яко сие противно ест православному преданию святые восточные церкви, я же крещением святым от престола Константинопольского сынов российских просвети и сынами востока посетившего нас свыше Божьими сотвори. Оттуда же и первого Киеву митрополита подаде Михаила и крепко утверди, яко бъйте в Киеве митрополиту от благословения Вселенского патриарха Константинограда. Сия глаголя доблественный сей изповедник прещаше сейном российским мужественно, да не как опротивлением своим отпадуто до сейновление восточного купно и Божия. Гредет бореча гнев Божий на сейна и непокоривая. Яко же и държахо се изповедание го пят епископов российских, Осма Полоцки, Йоаким Туровски, Мануил Смоленски, Евтимий Переяславски, Теодор Белогородски. Обаче князь, да не посрамлен будет у своем неправом хотении, не послуша блаженного Нифонта, но еже восхоте той и сотвори с прочими преклоненными от него епископой. И тако повелением князя от епископов угождающих ему, Климона и главою муще и святаго Климента папа Римского, юже святый великий Владимир восприемше святое крещение из Херсона, данную ему в дар на благословение от епископа Херсонского принесе, освящен бъсть, вместо благословение подобающего го от живаго патриарха Константинограда, по совету Онуфрия епископа Черниговского и седе неправильно на престоле архиерейском митрополия Киевския. Начаже требовати се го блаженного епископа Нифонта да с ним служит божественную литургию, но ревнитель православия Нифонт святый глаголоше ему. Понеже не прияли си благословение от вселенского патриарха Константинограда, и ако же не соизволях на твое освящение, сице и ныне за сие истое дело не лет ми ест служити с тобою. Тогда Клим гневая се на блаженного поощаше на него князя Изяслава и своя поборники, да в заточение пошлите го. Князь же Изяслав того ради не пусти блаженного в Новгород на престол епископия его, но държа в Печерско монастиря вместо заточения. Обаче блаженни пребиваше там узело радуя си и благодаря Бога, яко возврати се к безмолвному своему житию со святыми. Як даже христолюбивий князь Георгий Мономахович Изяслава Мстиславича победи и княжение Киевское восприя, тогда с великою честью отпусти блаженного в Новгород на престол. Новгородцы же, и же бяха сметени и отвержени, яко овци немощие пастиря, с радостью неизглаголенную прияше его. Та же вселенский Константиня града патриарх слышав о блаженном сия вся, колико е мужество по преданиям отеческим показа, присла к нему послание, облажая его о величестве разума и крепости, и причитая того к древним святым отцем и же твердо о православии подвизашеся. Он же патриаршие благословение прочет, зельнейши у ревности у себя утверждаши. Тем же и не лиши си от пастиря начальника Иисуса достойния трудом своим взды, яко же блаженна его извести кончина, онеже зде скажем. По времени некоем возвращения своего в Новгород на престол, услыша блаженный се епископ Нифонт, яко от вселенского патриарха из Константинограда идет в Русию митрополит Константин, да клима митрополита Киевского неправильно освещенного и православных возмутившего, не изложит, сам же взойдет на престол. Тогда радости духовни исполнився, помыслив себе обое купно исполнити, и от святителя благословения восприяти и в обители святой Печерской поклонити се Пресвятей Богородице и преподобным отцем. То я ради вины прийде паки ко граду Киеву, и уже даже пришествие изшедшего уже из царствующего града митрополита, як уже известно уведа. Живеше же в Печерском святом монастире, велю любов имея ко Пресвятей Богородице и к преподобним отцем. И не помнозе постиже его таму болезен зельна, я же честную пред Господем смерть сего преподобного предвари. Тогда поведа братьям дивное видение, еже прежде триех дней, нежели разболе се виде. Пришедшу ми рече по утреннем пении в келью, нужда бъйст мало почити. Аби еже в тонкий сон сведен бъх, и се обретохся в церкви сей святой Печерской, на месте Николы и Святоши, и молихся много со слезами ко Пресвятей Богородице, дабы видел доброго строителя, и по смерти чтания имуща го о умножении добродетелей в обители своей, преподобного Теодосия. Таже собирающим се в церковь братьям многим, един от них приступив ко мне рече.
Хощеше ли видите преподобного отца нашего Теодосия? Аз же отвещах. Ей, желаю, а ще възможно ти ест, покажи ми его. Он же поем ми, введе в алтар и там му показа ми святаго Теодосия. Аз же то го видев от радости притек, падох на ноза его и поклоних се ему до лица земли. Он же востави в благослови ми и глаголами. Добре пришел и си брат и сейне Нифонте, оцели будеше с нами неразлучно. Държаше же в руце свой свиток, его же егда просих даде ми. Аз же разгнув, прочтох. И бъй написано в начале тако. Се аз, и дети я же ми дал ест Бог. Сему видение бъйвшо аз, рече блажени Нифунт, абия бъих в себе. И ней не вем, яко си я болезен, посещение ми от Бога есть. И тако поболев 13 дней, успе с миром у Господе, месеца апрелев 20-й день, светлия недели в суботу. И положено без тело его честно в пещере преподобного Теодосия, духом же с тем же дароименитим преподобним предстоит престолу владейки Христа, и даже неразлучно наслаждающи се неизреченних небесних красот, и у нас чадих своих буди да помолят ся, и похвалят ся купно глаголюще, все мои и дети, я же дал ес нам Бог, и може в троице неразделимо и хвалимо му, Отцу, купно и Сыну, и Святому Духу подобает всякая слава, чест и поклонение, ныне и присно и в бесконечния веки. Аминь. Конец жития преподобного Нифонта Новгородского. This recording is in the public domain.